18 ноября новогодний волшебник отметил свой день рождения. Попасть на праздник к Деду Морозу смогли и йошкар-олинские дети. В Центральном парке готовятся к встрече Нового года и уже разработали предновогодние развлекательные программы. Гуляния будут проходить с 18 декабря по 13 января. А открыла череду мероприятий встреча с самим Дедом Морозом и знакомым многим детям парковичком. Мальчишки и девчонки вспомнили посвященные зиме и Новому году стихи и песни, пожелали имениннику крепкого здоровья, поучаствовали в конкурсах и танцах. Также в день рождения Деда Мороза в парке открылась почта пожеланий. В специальный ящик все ребята могут опустить свое письмо с добрыми пожеланиями Деду Морозу и Центральному парку. 7 января Дедушка Мороз выберет 3 лучших послания и на Старый Новый год придет лично в гости к авторам этих писем.